справа. Я этот про червей говорю. Ёкарный бабай. Наоборот, наверное. Наоборот, да, ты прав, я перепутал. Вот справа, слева ёханый бабай. Ты заберешь червя слева и просто отведешь, будешь танчить его. А Хелл заберет свой до босса под дебафом. Чек на пул. Все, я запускаю. Я могу все стаки подержать. 5 стаков. Я на 3 заберу. Не-не, держи 3, я на 3 заберу и... Ты умрёшь. Боб дашь, да? Да, не играет. Ёба, дай мне канат агрифасера. А кто мне Боб даст? А, ты Олегу дал. Ладно, фиг. Не, я могу дать. Дам Боб. Который направится в цитадель ледяной короны. Окей, под рулем можно. ВЦ нет, не стойте уже. Я не читаю героям Альянса Тирион. Дайте, пожалуйста, пить табак. Бля, мне разница. Выйдите служи. Хантер, выйди служи. Выйдите служи опять. Постоянное движение же должно быть. ДЦ вам нету. Летаем из-за хильти. Лока в хильти хорошенько. Бля, 10 стаков. Ну летаем. Что ты делаешь? Пиздец, блин. Лол. Падайте, короче. Падаем? Ой. Да. А чё, вы в лужах стояли или чё? Ба, это надо 10 секунд стоять в луже, чтобы было 10 стаков. Вы чё, охуевший? Блять, надо в ДЦ спекаться, ваш сурака в вагоне теперь. Да, хилы слабенькие. Да, там второй ордру нахилил как ШП. Заходите, поднимайтесь, я обновлю инст. Или... Тут кому-то вообще плащ надо? Не вешаю? Я думаю, да. Да, я думаю, мы сейчас уже в этой ВКО ходим. Все уже позабирали все. Летаем тут. Сильвана падает раз в месяц. Сложно выбить ее. Она не такая крутая, значит. Сейчас ждите. Сейчас его выкинет. Ёба, выйди с инста. Еще один, короче. Ждем минуту тебе. Кстати, нас не было видно. Кого не было? Ну, ёба, носок. Ничего не было видно еще раз. Носок в последнее время редко играет. Давно его не видел. А, да, тут все редко уже стали играть. Если а что ты не обновляешь? Так там люди в инсте. Нет никого. Ну, таких, ну, они только сейчас летают. Да какая разница, можешь уже обновлять. По идее.
Йоба, ты тут? Ты пришел? Давайте залетать. Капец, столько людей забило. У которых было по 5 персов. Поэтому мы собираем одной раз в день, но не три. Повороте, заходи в Винс. Есть чипс у кого? Пройди там купить надо. Давай бафы. Я запускаю сейчас. Йоба, да, МК на сакрифайсера на шопы. Значит, следующий. Герои, вы услышали призыв авангарда и без колебаний откликнулись. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Если паренька никаких людей было бы 1000. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких людей и мертвых душ. Да, они заходят раз в месяц, помогают. Сейчас они заходят без гильдии. Я видел и более достойных соперников. Круге, ты напрасно тратишь наше время, паладин. Ну, идите снаружи. Йоба, выйди. Давай зубики надел. А пошел, брожу. Забери от Юха. Ёкарный баба, забери. Так, блин, пою гимн ману, залейте иннер звездочки. Поставьте тотемы шамана. Тотемные маны. Ёкарный бабай, забирай босса. Я забыл. Мы идем на отхил. Еще раз пройдись. Иди вот. Босса, пройдись. По звездочке пройдись. Все по всем. Да, 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 по всем, я смотрю. Мы же выходим.
топор, не стой под модный. Ёкарный бабай. С ёкарного бабая заберите, он в параличе уже. Какой у нас славный ДПС, ребята. Если сейчас блеванет босс, это... Не знаю, он забьет мне сердце, наверное. Вот сейчас должен быть плевок. Ой-ой-ой-ой-ой. Повезло. Есть гимн Ману еще? Вот види от центра. Келп Даш Сакру первый. Смотри, блин. Шерман просел. О, на меня так идет. Да. Я на себя отдал гнев, зубы. Чё ж так шаман просел на 68%, хотя щиток был на нём. Кроме бубай, сейчас дашь сакру, смотри, внимательно. Давай сакру. Дал сакру, но теперь до 30% хп. Ой, кто умирает. Есть БРы? Так, давайте. Лалану поднимай длинноухого, анима подым... Анима подымай вот биста. Анима, ты слышишь? Иди подымай вот биста. Бистмод подымай. Он ли... Тела до него подымал. Я лаван поднимал. Я понял. Ладно, так убил. Это какой же взлет? Третий? Жесть. Теперь представьте, что у нас рейд весь 5.7, 5.8. Мы бы давно уже вайпнулись. Кольцо. 35 тысяч. Мне интересно, сколько я набил. 9500. Опять кредитак. Лалана, да? Кинжал на РДД. Падал кто-нибудь, бафать надо кого, нет? Да не, никто не падал. Не бафай. О, господи. О, не то отдал тебе. Чё за пыль? Да, баф. Бафай рейд. Тут пол рейда падло. Бафайте рейд. Я запускаю. Придется опять хилово идти. Вашего нового противника. Лана, есть сова у тебя? Спекайся, пока есть время, минута целая. 8 минут били босса, жесть. Скрафайс баф, я заново приступал. А теперь, смельчаки,
Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... Готовьтесь к забвению! Крик на ХП. Крик на ХП обновите. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя... Шаманы, хиньте волна исцеления, метку черепа. Ничего плохого у него. Даже если есть, он не расшарится. Мы уже починили эту фичу. Блин, не спалить эту фигню еще. Давайте, все сыграли в портал, потом сыграли в трэш. Трэш надо убить, потому что трэш сбивает косты хила на РДД. Хилим череп. Давайте. Добили трэш. Череп хилим. процентов. Шмагу подбежал с рейда. Поставьте тотем на ману, поеги ему. Сейчас будет вулкан, его нужно снять. Череп хилим. Дисперти стаки с босса, играем в вулкан все. Все в вулкан, потом в трэш. Сакру давай. Сакру. Жесть. Подымайте меня. Сакрифайс гимна отхил. Череп хилим. Есть БР? Есть. Подними меня. Я тупо офигел. Меня добил моб. Протонулся и добил, блин. Череп хилим, диспелим стаки с босса. Блин, я даже не успел гимна хп. Дайте затем на ману, я кто гимн понял. Все уже не надо. Наверное, так добил. Не, ну будет второй вулкан, конечно, через минуту. Бейте порта все. В этом рейде на 3 ляма дамаги не хватает. Дайте каску по мне. Минус 30 пухи. Поднимай кисуленьку. А маны нет уже. Сука. Скоро будет вулкан, 13 секунд. Надо добить босса, а то будет вайп. Череп захильте. Ну-ка. Второй вулкан. Короче, я не помню, что ты видел вообще второй вулкан на этом боссе. Я видел там два портала, но что два вулкана нет. Рука левая с меткостью. Арбалет на ШП и на Ханта. Чтобы справиться с ордынским отродьем. Ватный пояс нахуй.
Мишку и на ДК. Турнир продолжает. Трофей на Мишку. Сфера певчему. Мрата с пекайся в танка. У кого еще есть танки? Пекайся. Сакрифайс, диспелис, ход из босса, которого бьешь. Диспель босса, с которого мы будем бить. Именно босса. Я остановлюсь. Так, выходит у нас раз, два, три, четыре, пять танков, отлично. Значит, Дорн, держишь ДК. Эмрата, Фурика. Хелп, Канта. Войд, Рогу. Ёкарный Бабай, держишь. Чё ты у нас здесь два? Подожди, это Энх вроде, да? Да. Да, это Энх. Ёкарный Мубай, держишь Энха. Мы бьем все Лока. Потом бьем Хулипала. Потом Полиприста и Эрдру. Танки, разбирайте мобов и уводите на край. Сейчас. Я угораю вообще с этого прикола. Он типа боится меня, понял? Не могу использовать эту способность. Сейчас. Раз ферну мобов. Сейчас. Каст пиваем. Убили звезду, пьем потом квадрат. Звезду не добили, еще жесть. Ай, давайте 500к, верим, надеемся. Давайте, теперь квадрат. Он хилит цельными, короче, не хотами, просто хилит. Это нельзя диспелить. Только против часовой стрелки ходит, понял, по стенке. Кстати, я щиты не вешал. Он по часовой не хочет идти, сука. Я угораю. Не сейчас. Прикинь, какой дурак. Я пока не могу использовать эту способность. Смотри, я хочу в ту сторону загнать, а он обходит. Надо подождать. Ну да. Кружок по контролю. Тупо быстрым исцелением по КД кидает. Все, бьем. Где череп? Ладно, бейте круг. Череп куда-то пропал.
попробуйте Мишку похиль. Беги, малышка, беги! Не знаю даже. Еще мы будем на... Это мем. Мем, мама. Не, мама. Ошибку допустил в макросе. О, там как раз в бочку целый Синрай Лич. Нужно пойти вытаскивать рейд с говна. Через полгода бьете звезду. Беги, малышка, беги! Yeah.
победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как выиграет от подобной глупости. Пали великие войны. Ради чего? Истинная опасность. Как бой с Халеоном. Нас ждет битва с королем лицом. Зато БР откатил. Мели кольцо. Или царь. Я за арку откатил. Мели кольцо кому-то надо, то рейда вагонов. Никто не ролит. У меня есть уже. Давайте наручи на ханта. Опять этот топор навара. Эй. Жевничество, у кого есть? Есть жевничество? Да, есть. Могу прям сейчас обучить. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Дайте крик на ХП. Топор, крикни на ХП, пожалуйста. Истабав, дай. Чёрт, паладины. Поддержать пусть. Да, главное, чтоб я не ступил с метками, а то я сейчас захила. Ловите темные шары, получайте урон, мы тут не топ-хилы. Везет сейчас рейду. Взяли светлую сферу, бьем темную вальку. Быстрее. Давайте рост. Рост дали. Рост, рост. Хаоса, тоже первый раз вижу.
Большой черный медведь. Расизм. Ты все еще сомневаешься в твердой. Как вспомнил это в GTA, как он этот тип пришел. Ну, этот толстый сынок-то это кого-то. Майкл или кого. Мы вместе нанесем удар. Ламар такой подходит, говорит, кого ты назвал нигером, блядь? Я, бля, обосрался. Гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Тридман, ты где? Вставай. Лубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Блин, а чё это? Хан, Хаба, чё ты не видишь? Держи вот это пиздатье. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать Фордринг. Чем твой тебе дала? Я его уже дал. Я передал. Ой, блин, два протопала, 5,5, это зашибись. С такими нахилами. А чё, мы убьем точно? Ну, если порежут хил и поставят тотем на Сильбероду туда. Мне кажется, там еще мобов надо помочь контролить. Например, там два ШП, два ретрика. Хотя бы 4 мобов. А то мы... Ну и коня на что-нибудь полезное. 8 мобов придет, и мы вайпнемся просто сразу. Ну блин, Sacrifice даст знание скования нежити, а кисуленька Ретрия и забыла покаяние по мобам. Ну я вряд ли сомневаюсь, что они дадут это, конечно. Так надо сказать, кто где. Вот это теневой удар что делает, ребят? Скажите, может я что-нибудь... Чаржится за спину. И ваншотает. Ну, корни можно тогда дать еще. От гнев небес не помогает. Тут нужно 2 покаяния, 2 сковывания и все. На первых же. Ну еще там по таймеру лучше на 30 одних жуков слить, чтобы уже потом дамажить. На еще рост когда. Кто там фейкас был вроде, не? Ретрика 4 штуки, нет. Кстати. Ладно, начнем. Давайте так. Давайте так. Первый трэш. Танки не забирают на себя, мы их контролим. Справа ретрики, сулинки, покаяние дадите. Короче, поставлю метку, звездочка. Ретрия, кисуленька, кружок. Это справа контролите. Слева я поконтролю Sacrifice. Остальное трэш танки заберут, если он появится, конечно. Конецку вы не нежите, интересно. Там клизма. Призма куда-то, не знаю, пропал. Заснул, наверное. Sacrifice куда-то ушел. Подождем. Не. Night. Я про вторую фазу говорил. Sacrifice, ты где? Ну. Самая долгая ВК.
Короче, последний чат. Давайте вот справа. Видите, как вылазят мобы? Надо их потом на второй фазе по контролю. Заливайте трэш. Нефть небес где? Трэш играйте. Трэш, а то он закопается в основе ХП себе на переходке. Юльчик, заходи в лужу быстрее. Да. Берите? Да. Поднимай сразу им рату потом. Да, Юльчик. Я ничего раз здесь, чего прикопаемся? Дайте фулл баф по рейду. Сбейте шарики, будет еще второе закапывание. Это как Health 420 тысяч, Sacrifice уже 700. Лоуши. Давайте в трэш сыграли. Блин, сколько процентов сейчас? 52. Этот раз было 47. Скажите, когда было 35. Давайте в трэш. Еще один трэш ведем, да? 42. 40. Да, надо слить по-любому. Давайте под босса трэш. 95. В трэш сначала сыграли. Ну и в босса тоже. Давайте трэш сыграли, паладина не забудьте контролить. Танков на фул. Сов звезда пак. Рос дали, рос дали. Сакрифайс по контроль моба. Я законтролил одного. Рэдки, где покаяние? Где покаяние, Рэдки, твою мать? Сука. Это лака покаяние. Я кинул фиру. Ну ладно, подай Юльчик. Подымай Юльчика опять. Пою гимн на ХП, потом гимн на муну. Ставьте тотемы. Дефов нету, Мишку не врони. Давай гимн на сакрифайс. Ёкарный бабай, давай.
Так, сакру давай. Да добивайте нормально. Только не хиньте. Сейчас он упадет. 300 тысяч, 200 тысяч, 150 тысяч, 100 тысяч. Упал. Блять. Это было сложно. Ни одного покаяния, короче. Один эфир его сбили. Мне дали одно покаяние слева. Я давала покаяние, только я не знаю какому. Был тому и дала. Там не видно было, где ромбики. Там просто есть один дальний моб, один ближний моб. Есть сторона лева, есть сторона права. Все, пиздец. Там в кучу моба уже сбежались. Хрен их пойми, откуда. Ну, потому что вы видели, откуда мобы выходят. Надо было встать и ждать этих мобов. Полстал, ну, фира его сбили. Ну я одному дала. Этому дала, этому дала, а этому не дала, блядь. Этому должны были вы дать, а вы не дали. Сука, ёбаный, блядь, плащ. Пиздец. Плащ, да. Не, надо прикольно давать покаяние, когда мог уже в центре. Ну да, нормально, АОЕшка. Силы слабенькие, холи пал бы здесь. Да, тебе надо, Вэс? Хаба, роли. Хаба, тебе надо вообще вещи, или ты просто так ходишь? 200 левел вообще. Ты видишь? На хила. Тоже на хила, только друиды. А, нет, на самой-то. Ну, ладно, пусть, если у нее есть второй спид. Трофей. Барбара. Силовой плащ. Я могу помочь? Сакрифайс, чё так мало дал ДПС-то? Я не был в начале боя. Ну, там вообще... Давай посмотрим. Ну-ка. Да ну, ты был... Наверное, АФК-шил минут 5... Ой. Секунд 5-10. Я пришел и первую пачку мобов уже слили. Давайте покорите. Завоевайте. А, там еще один покоритель есть. Нема. Пушка на танк. Силовой плащ. Этот плащ на что, навара идет или нет? Эмрада тебе надо? Тут пацаны 5,7 рулят. Нет, скорее всего надо. Не надо?
Тебе надо или нет? Ну, надо кажется, нормальный. У него пластыра, ой, с этого, ну, с него морду. Там, если этот, то лучше, после этого он выходит. Короче, если надо ему, скажи, тебе ты мордешь. Это пал, пусть 258 пластырь. Да, я еще в сумке не могу написать, задаешься. Ладно, спасибо. Ему не надо, пишет. Все. Наделся хаба и все, наверное, в этом рейде. Ой, блядь, дайте пати на ЕП, что я.